И всем привет! Меня зовут Денис, вы на канале Hord & Play. Сегодня я сделал небольшую подборку интересных моментов с игры Руна, вторая часть. Всем приятного просмотра! Как вы заметили, я люблю повалить деревья. Но это, походу, дерево не любит меня. Его просто нет, оно исчезло. Дерево-испаритель. Зашел такой в домик отдохнуть, погреться, пожрать, поточить себе оружие. А тут снег идет, елки-моталки. Как-то так. На улице снег, здесь снег, один снег везде. И скрыться некуда. Отлично, разрабы молодцы, постарались. Ну хоть в этом доме нету снега. Ладно, пошли воевать. О, тут дождь, зашибись, блин. Херакс, ё-моё! Чё-то меня природа не любит. О, тут еще толпа. Таня, пойду я обратно. Возвращаемся к теме дровосека. Собираем дрова. Где дрова? А, вот они. Нормальное такое дерево. Хрен повалишь. Зато дровишка сыпется. Какая-то выгода с него. Блядь, посмотри. Херакси, дров. Мне тут даже... Не то что дом, я тут корабль сделаю. Вот это можно бизнес открывать. От темы с дровами переходим к теме с камнями. Да-да, такой же камень, как и дерево. Просто неразрушимый. У меня сейчас, походу, меч поломается просто-напросто. А камень так я не разрубил. Он все сыпется и сыпется. Добычи просто немерено. Можно реально... Поднять баблишко. Только вот жалко, что продать его некуда. С него только ремонтировать. Ля, и меч такой устойчивый, не ломается ни хрена. Немного побудем циркачами. Попробуем допрыгнуть. Не, я знаю, что я допрыгну. Это уже 8-й раз я прыгаю, наверное. О, да. Ну, если сюда можно запрыгнуть, соответственно, здесь что-то должно быть, правильно? Или какой-нибудь сундук или что-то еще. И хер там, нахрен, ничего нету. Пустота. Просто вышка. Обидно. Ну что, повоюем? Иди сюда. Чё за... Да стой ты. С двух раз. Я думал, будет больше. Едрить матрить, да ну нахрен.